Здравствуйте, в эфире еженедельные новости Смоленской АЭС, в студии Виталий Волков. Мы расскажем о важных событиях из жизни атомной электростанции за прошедшую неделю. Смотрите сегодня в выпуске. Семинар «Стажировка по охране труда». На Смоленской АЭС в работе три энергоблока. Общая мощность составляет 3163 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. За 7 дней февраля энергоблоками Смоленской АЭС было выработано 455 миллионов киловатт-часов, что превышает плановое задание на 69 миллионов киловатт-часов. С начала года энергоблоки выработали 2,6 миллиардов киловатт-часов, сверхплана 42 миллиона. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. В целях совершенствования системы управления охраной труда, эффективного внедрения опыта других атомных станций, на Смоленской АЭС прошел семинар-стажировка для руководителей и специалистов линейного звена управления перед началом ремонтной кампании. Цель семинара – закрепление на практике навыков применения инструментов управления профессиональными рисками при проведении целевого инструктажа. После докладов, обсуждений и обмена мнениями для участников семинара был проведен показательный допуск для отработки навыков, оценки профессиональных рисков при допуске по нарядам допускам. 12 февраля в районе деревни Генина пройдет открытое первенство Смоленской АЭС по лыжным гонкам. В программе соревнований личное первенство свободным стилем на дистанции. Женщины 5 километров, мужчины 10 километров. Старт в 12 часов. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. С важными событиями из жизни станции вы можете ознакомиться в разделе с АЭС на сайте rosenergoatom.ru, а также в официальной группе Смоленской АЭС в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. А я с вами прощаюсь, увидимся через неделю, хороших вам новостей, до свидания.